Давай я тоже. О, 6, значит он. Да ладно! Да, еще. Серьезно! Обалдеть! Всем привет, друзья! С вами ММА. Сегодня будет очень серьезный ролик. Сегодня в гостях у меня Аурум. Серега, здорово! Привет, 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 всем привет, привет, Петя. И это будет у нас легендарный батл. Почему легендарный? Потому что мега-ящики вернулись, но, к сожалению, ненадолго. Но, к счастью, у нас есть возможность записать, хотя бы оставить в истории небольшой след по этим ящикам. Может, однажды разрабы задумаются и поймут, что это все-таки была ошибка и вернут их. Но когда это будет, мы не знаем, поэтому обязательно стоит сохранить этот моментик и... Замутим сегодня батл серьезный, плюс это у нас уже будет не первая версия, это вторая, обязательно по ссылочке в описании гляньте вторую часть, потому что заруба получилась лютая, и продолжение сейчас у нас уже на ваших экранах. Ну что, по правилам, Серег, что там по правилам, там... Да, по правилам у нас, смотрите, с мега-ящиков у нас не падают редкие и сверхредкие. Плюс падает очень много всего, то есть, например, пинчики, иконки, голда, блинги. Это нас все мало интересует в данном батле. Поэтому мы, так как у нас батл, соревнование, то считать мы будем следующим образом. Любой скин дает 1 балл. Эпик дает 3 балла. Мифик 5 баллов. Лего дает 10 баллов. И если кто-то супер дупер парфартовый, и ему падает 100 плюс гемов, это тоже дает как лего 10 баллов, потому что шанс очень маленький. По сути, это все, это все правила. Ну да, в общем, вы обязательно посмотрите эту часть, вторую, и почитайте, кто сколько баллов собрал, что выбил, поэтому можно, в принципе, начинать. Обязательно закидывайте по лайкосику, и давай подарок пока откроем. Да. Посмотрим, что нам разработчики подарили. Поехали. Я готов. Окей, let's go. Так, ну, мне ничего не подарили. Пятерочка, у меня пятерочка, и у меня тоже ничего. Ну, пинчики красивые, но такое. Окей, ну ладно, подарки бывают скромные, а вот когда покупаешь, уже что-то посерьезнее должно быть. Да. Ну, погнали. Так, 199 первый. Угу. Трешечка. Трешечка тоже. Четверочка. 6. Порадуй. Так, 2 мигает. Так, Шелли скинчик пролетел. Дефолтик, наверное. Трешка, и у меня значок, горит. Петя, у меня горит. Уф, давай, давай. Давай, я тебя жду, наверное, да? А, я эту скипнул. Сейчас давай посмотрим, будет ли что-то еще гореть. Он не хочет гореть. Так что, газуй, походу. Окей, ладно. И это скинчик на Шелли. Так, 1 балл есть. Счет открыли. Но я ищу 100 гемов. Хочется 100 гемов. Ну или Лего, блин, но это вряд ли, да? 100 гемов, да, это такой очень серьезный звоночек. Еще, кстати, хотел рассказать, что я читал в Твиттере. Так, ладно, у меня мегаящики закончились. Я тоже. Куплю просто 10. Угу, и тоже. Я читал в Твиттере. Ну вот, допустим, я на основе открыл, у меня все скины там попадали, но аккаунт фуловый, да, там больше ничего и не падает. Я думал, что это дефолт. Я прочитал одного пост игрока, про игрока БС. И он со всех мега ящиков вообще ничего почти не нашел. Там только пару скинов выпало. То есть он, по-моему, даже Рика не нашел. Вау. Я не знаю, это вообще. Ну, типа, чел вообще супер невезучий. И он просто там чуть ли это не ругался, да? Столько потратил, ничего не нашел. Ну, это рандом. Это... Мы уже это проверили, как бы, что это рандом. Да, да. Так что сейчас мы опять проверим. То есть, открыв на основе, я думал, ну, это супер дефолт, это всем так будет падать. Ну, я понимаю, что... Хотя у него тоже, у него фуловый аккаунт, он же турнир играет, ему все там, по сути, нужно. То есть, у него, да, давно супер старый 2017 года аккаунт. Посидите, нашел. Меня что-то тоже пока не радует, как будто я тоже на фуловом аккаунте сижу. Да, у меня вот все, у меня выпал скинчик, и все, больше ничего не падает. О, единичка горит, наконец-то, наконец-то. Давай я тоже. О, 6, значит он. Все, давай, я жду 102 тебя. 102 гемасика. Серег, 102 гема выпало. Да ладно! Да, еще. Серьезно? Да, да. Обалдеть, хорош. Ладно, я открываю. Давай. У меня падает Мэнди. Это эпик, 3 балла, плюс 1, 4, а у тебя 10. Блин, 100 гемов, хорош. Феноменальная Шелли выпала. Феноменальная Шелли, нифига себе. Так, то есть 11. Да, кстати, ты заметил, она была звездной, вроде, или мне кажется? Она...
Это не та, которую переделали «Звездная Шелли»? Ну там вот... другая? Ну да, не, ну вот она была «Звездной», она называлась «Звездная», а сейчас она называется «Феноменальная». Я что-то, короче, не понял, почему. А как называлась та, которую давали за, это, за регистрацию? Ну, надо на основе посмотреть, не помню. Я тоже не помню. Ну, вроде «Звездная». Фиг знает. Так, ну я так, открыл... Так, 6 у меня. Да. А, есть 6? Есть что-то, Микаш? Я открыл, я жду 20 мегаящиков. А. Кстати, как тебе вот этот пин, типа, крутится от 1 до 5? Вообще кайф. Мне, да, очень прикольно. Нравится. Мне кажется, это мой любимый пин в игре, серьезно. Ну, правда, прям реально. Я его еще, когда он только-только появился, я такой, вау, это для любителей мегаящиков явно. Да, он реально кайфовый. Окей, все, я тоже дошел. Теперь можно к финалочке переходить. 20 гемов, погнали? Да, поехали. Ну, сейчас что-то будет мне, я чувствую, мне сейчас выпадет. Ману копишь чисто. Да. Слушай, что-то... Тебя фиг знает. Ну, слушай, на твоем канале, по идее, ты должен побеждать. Так что все пока нормально. Ну, да. 1300 блинков, офигеть. Ну, это солидно. Я вообще не понимаю. Мегаечки чуть очень странные. Они, типа, у тебя не фуловый аккаунт, он тебе 3 предмета дает, и вообще... И ты такой, где хотя бы что-то? Ну, да. Ой, два горит. У тебя есть горящие? Нет, ничего не горит. Да, блин, у меня вообще ничего. Что-то как-то совсем... 3 предмета, боже. Ну, подожди меня, да, или ты уже открыл? О, 6. А, открыл? Тут скинчик был, да, не очень. Рикошетик. Ладно. Так, ладно, у меня трешка горит. Ну, давай сейчас. Так, трешка горит. Угу. Окей. Сейчас попробую. Не, у меня вообще... у меня трешки, но не горят. Ну, мне кажется, если трешка, это какой-то скин, и за ней там идут 2 пина. Я думаю, это так. Кстати, это нормально с камерой. Ты думаешь, у тебя 3 горит, а у тебя горит 1, а 2 чистые. Да, да, блин, вот это мне вообще не нравится. Потому что раньше, если у тебя 3 горит, это значит, у тебя это все, это 3, блин, бравлера. Ну, потом еще добавили, правда, гаджеты и пассивки. Это может быть и пассивка, и гаджет, но, короче. Так, ну я открываю или жду? Да. Давай открывай, ну, потому давай. Что я 3-4 открыл. Мне вообще. Вау, это скин на Рико и горит 2. Нифига. И это Нани. Блин, я выбил с одного сундука и бравлера, и скин. Нифига. Блин, солидная пачка чисто прилетела. Да, но опять же, я тебя еще не догоняю, конечно. Какие ты бракованные пошли мне ящики. Китайские. Китайские завезли. Кстати, наверное, удобно было бы, если... Как в мегакопилке раньше показывал, сколько у тебя осталось этих открытий. Ну да. Ой, единичка, нифига! Мне выпал Гавс. Серьезно? Ты решил походу нагнать, да? Ну да, причем Гавс выпал с 3 предметов в сундуке. То есть было 3 предмета, и на последнем он выпал. Ничего себе. Так. У меня и мегаишки, я уже, правда, забыл. Ну, 2 дает уже. Он мне лимит сокращать. Было 4, стало 3. Теперь 2. Так, есть еще ящик. 5-3. О, блин. Может, 100 гемов? Ну, ребят, может, 100 гемов? Ну, пожалуйста. Нет? О, 6. Ну, давай. Ну, дай. Ну-ка мне... 2. 2. А мне скинчик кристальный монарх Рико. Типа этот, как с Game Grabs. А тебе какая версия из них больше нравится? Ну, именно с гемами. Ну, в смысле, зеленый. Ну, короче, классический, тот, который дает. Он, конечно, обесцененный за счет того, что его просто автоматом дают за 10 сундуков. Ну да. Но он мне почему-то, ну, конечно, больше нравится. Не знаю. А тебе? Ну, мне нравится больше всего вторая версия. Это блинки. Он такой изумрудный. Вообще тоже круто горит. Ну, хотя они все 3 крутые, да. Они чем-то напоминают китайские скины. Есть тоже какая-то вот такая анимация. Все дела. Которые там супер крутые скины. Ну да. Так, ну я все открыл. Да, я тоже. И у меня открыто. Зайди тоже, бойцов. Да. 2 из 81 бойца. 2? В смысле, у тебя Шелли и Рико? Да, Рико мне за скин дали. То есть бесплатно. Я ни одного бойца не нашел. Слушайте, ребята, интересно, посчитайте, пожалуйста, потому что я сбился, если честно, со счета. Но у меня выбито 2 эпика и мифик. То есть это 11 баллов, я так понимаю. Еще там какое-то количество скинов было. Посчитайте, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто из нас победил, потому что... Ну,
есть вопросики теперь. Тут, хотя у тебя да, много скинов тут... было, да, наверное? Да, тут скины падали, конечно. Так что обязательно почитайте, потому что я тоже дебился, но да, обязательно загляните по ссылочке в описании во вторую серию, потому что... Там жестко, офигеть. Там жестко, там, очень жестко там вообще. Не смотрите, там слишком жестко. Ладно, в принципе, это все. Вот если вы думали, покупать вам боксы или нет, вот вы примерно можете понять, что это лютый рандом. Может люту супер насыпать, а может вообще ничего не дать, так что имейте это в виду. Ну и обязательно закидывайте по лайкосику. В общем, подписывайтесь на два канала. Спасибо, Серег, что пришел. Спасибо, Петя, что позвал. Такой батл. Спасибо всем, кто досмотрел. В общем, всем удачи и всем пока. Пока-пока, ребят.